Всем привет! Хочу рассказать, как можно реально быстро заработать денег. На днях я решил сделать депозит 5000 рублей в проект ITD Corporation. Инвестировал я в Палладий и уже через 5 дней получил 5400 рублей, из которых 400 прибыль, а 5000 мой депозит. Прибыль выводится без проблем на различные электронные счета. Что мне очень нравится в компании, так это наличие официального офиса, горячей линии, техподдержки. Начните зарабатывать с этой компанией, чтобы стать успешным и независимым. Опа, мне не нравится, блядь. Ты old school, я вот old school, блядь. Блядь. Я и есть old school. Антон, иди нахуй, блядь, отсюда, блядь, ей-богу, блядь. Вот это вот меня поражает, ваша вот эта хуйня. Гуф крутой, а ты не очень. Так ебись с этим гуфом, блядь, что ты доебался до меня. Ну заебали меня с этим Лешей, блядь, честно. Нет, я не слушал Гусли 2, блядь, надо послушать. Мне просто нет на это времени. Я сяду на студийке послушаю. Я есть Грут. О, нихуя новые шторы появились. Бля, ну уберет, посмотрим, кто кого еще уберет. Вы, блядь, недооцениваете немножко меня, по-моему. Тоже не, знаете, не пальцем деланным, блядь. Как гей, блядь. Ты не видишь, где я вообще? Я в Нью-Йорке, ептить. А здесь все, блядь, как геи. Да, 9 грамм будем делать, что-нибудь полюбас. Как эта хуйня интересная. Ну-ка, давайте поменяем другую хуйню. Вот эта хуйня. Я буду умником, блядь. Труд, товарищи. Когда вы наконец-таки это уже поймете, что я не ебашу всякую хуйню. Если я что-то про кого-то говорю, я могу вывести за эти слова, ответить за свои слова перед человеком. Я поэтому не хочу, блядь, обсуждать Лешу, блядь, именно в данный момент, блядь. Если я делаю какие-то послания, я делаю ему Леша, говорю, напрямую ему. Вот. А не, короче, вот так вот сидеть и хуями его поливать там. Выкладывает себе пуделей, нахуй, как он грачей, выкладывает себе в инстаграме, блядь, какие-то супер, блядь, картинки, где он там разрывает версус, блядь, и так далее. Ну, пиздец. Нахуй это хуйней заниматься, я не понимаю. То, что я хочу Леша сказать, я скажу ему в лицо. Вот. Именно в лицо. Я людям привык говорить все в лицо. Меня так воспитал папа, меня так воспитала мама, и воспитала меня моя семья точно так же. То есть, ты что-то хочешь сказать, нельзя говорить за спиной, надо говорить человеку в лицо. Если с человеком не хочешь общаться, не надо с ним общаться. Я не умею общаться ради бабла, блядь, с людьми, ради, блядь, какой-то выгоды, блядь. Хотя, надо бы, блядь, если бы я умел бы, блядь, так делать, я бы, наверное, уже со своими друзьями, какие у меня есть друзья, я умел пользоваться, блядь, дружбой, как это делают некоторые персонажи, блядь, я бы, нахуй, уже, блядь, наверное, на Майбахе катался, блядь. Лил Пип,
Бля, да очкую, пиздец, я так боюсь, поэтому вызову на батл. Лил Пип, Лил Пит. Жалко, бля, пиздюк-то малолетка, малолетка еще выше. Ну, бля, ну это клуб 27, или как он называется, они там типа до 27 доживают и должны умереть. Но мне кажется, это полная шляпа, и так вообще, мне кажется, это глупая хуйня. Так делать не стоит. Жду, бля, сейчас приедет Мекс, 2XR&D, мы снимем клипец, скажи обоим на трек «Кудесник», и поедем работать по альбому. Гусли вышли, я могу спокойно работать. Мне было неинтересно, блядь, так сказать, лбами сталкиваться в плане альбома. Понятное дело, что их двое, я один. Вот, и это очень сложно было бы, нахуй мне эти проблемы наживать на жопу. Вот это вот медиа-война. Вот, будет, теперь я буду потихонечку начну выпускаться. Вот, у меня просто очень долго шла стройка студии, я вот только сегодня, вот сейчас довожу туда последний плинтус, я впиздячу этот плинтус, и все, и будем двигаться дальше. А по фитам, что сказать по фитам, фиты будут, фиты у меня тоже будут. Я не буду говорить так громогласно, как Леша, что у меня там будет кто-то, особенно те, кто быть не собирается. Я, кстати, разговаривал с АУ-74. Когда парни не поняли, кто там у них собирается с ним писать совместный трек, говорят, что интригант. Леш, ты интригант. Вот. Не знаю, кто тебе там что, но парни как бы что-то недоумевают. Вот так вот. Че еще? Ну и так и живем. В принципе, больше нихуя. Да, с обоймой будет фит, называется «Кудесник». Обоймой сделал там припев. Ебический просто, это просто пиздец. А кому не ставлю, все говорят, чувак, это, бля, выпускает и хит. Вот, и мы будем выпускать. Это флагман с альбома. Один из трех прям таких самых-самых сильных альбома треков, которые прям. Потому что трек «За упокой», некоторые думали, что альбом будет такой. Нет, альбом таким не будет. Трек «За упокой» — это... это просто заявочка такая о том, что парни, привет, я как бы камон, я начинаю двигаться, вот, не более того. Вот, альбом будет немножко в другом ключе, конечно же. Вот, и посмотрим. Без трушечки-то никуда. Просто заставлю вас подумать, поплакать, почувствовать, смеяться. Да можно заказать текста, там, ебашить как угодно, мне без разницы вообще, блядь. Про меня можно много чего сказать, конечно, всякой хуйни там напридумывают. Ну за что? За то, чтобы я был, мне было стыдно? Ну хуй знает. Это маловероятно, что мне будет за что-то стыдно. Ну поссорились мы вот так вот громко, что теперь поделать. Местный вчера... какой-то кипиш, какие-то, блядь, дела, работа, блядь, блин, разборки какие-то, блин, постоянно недопонимание с кем-то, какая-то дружба, какие-то в пизду, блядь. Лет до 96 мне хватит вполне, если доживу до 96, меня никто не убьет, будет круто. Вот еду на студийку, везу последний плинтус. Наконец-таки, это просто пиздец, товарищи. Полгода, блядь. Полгода мы строили студию. Полгода. Вы представляете себе, что это такое? Полгода я жил на стройке, блядь, ебаный. Даже больше, уже 7 месяцев, блядь. Вы представляете вообще себе? Просто стройка. Вот я, короче, музыкант, ебашу, блядь. Это смотрю за стройкой, блядь, тогда. Полный фейл, конечно, вообще. Мне кажется, у меня виснет телефон. Вот. Блин, женщины, конечно, пиздец. Да не нормально.
нормально, я тоже со своим говном. Во мне тоже говнеца, товарищ, хватает, да, поверьте мне, я очень-очень злопамятный человек. Вы что, все там? Или ты не заходил? Нет, я еще ГЦ Гордона сразу. Ну, да, я тебя там жду. Да, там. Йоу. Кука, блин, ты где твоя, блин, жопа таскается? Объясни, пожалуйста, блин. У нас там, блядь, 60 кирпичей надо выгрузить, блин. 60 кирпичей надо выгрузить нам. Короче, ладно, всем пока. Хорошего вам вечера. Я вот тут приехал уже двигаться. Мне надо работать. А, так, скидывать все это дело. И, пожалуй, я сделаю жестче то, что я написал. На батл. Ладно, всем пока, всем удачи. Приедет он с Израиля. Я думаю, будет он, куда он оденется. Что это такое? А, нихуя какая хуйня тут есть. Давайте-ка мы кого-нибудь позовем. Сейчас, секунду. Ага, это те, кто сидит, да? Сейчас мы кого-нибудь... Бля. Интересно, можно тут? Ага, вот можно найти. Все, Алекса, поздравляю с днем рождения. Давай, пока пись. Ну и чё, а? Где там сеанс? Я задержусь здесь немножко. Какой нахуй старые однушки? Живу в центре города, в трехкомнатной квартире. У меня 145 квадратов студия и лофт, блядь, строится, блин. Да. У меня уже третья машина, и я купил все за свои бабки. Я не продал бабушкину хату, чтобы это сделать, блядь. Что-то, короче, нет, к ней не получается. Какая-то хуйня. Сейчас, секунду. Кого вы мне вызвать? Да ебаный свет. Короче, какая-то хрень, ничего не получается у меня тут. Сейчас я кого-нибудь... Короче, не умею я этой хуйней пользоваться. Ладно, товарищи. Димаста ПК-71. Еблан тот, кто тебя воспитал таким долбоемым. Бля, короче, пытаюсь кого-нибудь пригласить, у меня что-то не получается, у меня что-то какая-то хуйня. Так, это не получится, что-то никогда не получается, не удается. Ладно, ЦАО Рекорд, сейчас посмотрим. Там малой наш там сидит. Но... Тебе тоже, Face of God. Короче, что-то не приглашается ни.
подписаны на меня или что это? Блядь, дно твое, блядь, сука, воспитатель, ты хуй путал. Я твой рот топтал, понял? Нахуй дяча. Не, малой, не надо, все нормально. Мы сейчас быстренько тут справимся. Мы сейчас доску положим, кидаем эти кирпичи, блядь, нахуй. И заложим это ебаное окно, блядь. Сейчас я какую-нибудь другую хуйню поставлю. Я, блядь, видите, как выгляжу не очень. Как обычно, в принципе. Кефир. Ты ебаный кибастас. Сейчас, короче, первый попавшийся в ебу. Так. Короче, вот нашел я какого-то The History. Чувак в маске. Ну-ка, давай-ка мы его позовем. Да не слушал я еще «Гусли 2», что вы ко мне пристали с этими гуслями. Послушай обязательно. Обязательно. Нет, я не получал аванс от ресторатора. Я особо его не просил никогда вообще. Я сказал, что перед самым батлом я возьму бабло. То есть за несколько дней там буквально. Покидаро. Нормальный тип. Когда батл, буду о чем читать. Так я все и рассказал вам. Парни, не знаю, что там «Гусли 2», как они, плохие или хорошие. Вообще, конечно, слушать то, что я скажу на гуслях. Эрик Тахирович, сейчас я кого, я знаю, кого я сейчас пиздану. Вот Эрик позвал. Эрик, я тебя зову. Как там это делать, совместная хуйня? Зарико! А нахуй твоя жопа хороша? Эрик, бля, подключайся! Да я думаю, там есть пиздатые треки. В любом случае должны быть. Ну как так, блядь? Ну в любом случае там Вадик едет, блядь. Ну и чё вырубал? Вырубал и чего? Ничего не мне не сдал, он просто сказал, что я через него вырубал. Ну, блядь, вырубал, потому что, что нет, не было что такого. Про разбитую посуду? Что за треки про разбитую посуду? Дратуйте. Досом нет, особо не общаемся так по делам чисто. Умер один AC/DC. Ебануться из основателей группы. Царство Небесное. Бля, новая школа мне нравится, но очень, как это сказать, очень мало что из новой школы нравится. Я не люблю эту хуйню, блядь, рэпер одного хука, который там одно слово ебашит подряд, там узло вывозит чисто музло, потому что там узло охуенное. Для меня это сомнительный какой-то рэп. Лил Пип, мне вообще из лилов никто не нравится, честно. Ни Лил Пип, ни Лил Памп, не Лил Визи, блядь, никто мне из них не нравится, они меня просто бесят, это какие-то панки вообще, блядь, я не понимаю, что это вообще такое. Но вам нравится, молодым, слушайте, наслаждайтесь. Айза Нагуфа. Я не буду комментировать, блядь, семейные разборки посторонних людей.
Лицо, да, не выспался нихуя. Не, я бы с ним не стал писать. Лил Вейн мне тоже не нравится. Ну, не нравится мне такому зло, блядь. Чего вы доебались? Сейчас посмотрим. Что-то народ не приглашается. Что-то не удается. Тех сейчас кого-нибудь, кого бы набрать тебе. Бля, я хуй знает. Короче, я не понимаю, как этой хуйней пользоваться. Тут-то я тупой. Товарищ Аня Бойко. Во-первых, дело не в Версусе. Я всегда говорил и буду говорить, что Версус — это площадка для драки. То есть если у людей есть действительно какой-то действительно серьезный конфликт, они могут выйти и там хуями друг друга обкладывать, как они считают нужным. Вот. А когда люди просто так сидят и просто приходят подсраться, то это вообще провал, мне кажется. Я твою маму топтал, блядь. Нажимаешь, два смайлика нажимаешь. Два смайлика? Кирюха. А, во. Сейчас я тебе попробую позвать. Да кто знает, блядь, когда батл с Гуфом? Я не знаю, потому что, блин, для того, чтобы он был, надо подписать договор Лёше. И определиться с числом. Вот такая вот история. Мы не можем определиться с числом, пока не подписаны договора. Я и есть. Зануда. Кто подписал? Ничего не подписывал, блядь. Пиздец это все. Мы с Ангелиной больше не работаем. Короче, пиздой ты Инстаграм, блядь. Я не понимаю, как тут. Не получается нихуя у меня здесь. У меня все слетает постоянно, мне это надоело. Короче, всем пока. Удачи вам. Да я хуй ложил, что он там сказал, блядь. По устным договорам в наше время никто не работает. Если бы это бесплатно было бы, такое дело. Если бы не платили. Наконец.
наконец-таки я сейчас, блядь, повыкидываю вот. Абсурсы, блядь. Все, всем пока.